Сейчас время предвыборной гонки, а значит, политические партии с агитацией в разъездах по всему Кыргызстану. О несоблюдении санитарных норм не то что гражданами, а самими депутатами можно увидеть на фото и видео, загруженных в социальных сетях. Министерство внутренних дел поручено усилить работу по контролю за соблюдением партиями санитарно-эпидемиологических требований. Мы еще не отменили масочный режим. Это требование действует. Поручить МВД организовать работу по жесткому контролю. Усилить работу по соблюдению режима маски во всех регионах. Строго контролируйте соблюдение санитарно-эпидемиологических правил, будь то в общественных местах, в транспорте или на встречах граждан. В то же время не все помнят, что все еще действует масочный режим, который соблюдают лишь единицы, а подавляющее большинство людей игнорируют рекомендации Минздрава. Нужно понимать, что это приводит к быстрому распространению болезни, говорят врачи. Они призывают, если и не о своем здоровье, то подумать о здоровье своих детей, родителей и всех тех, кто в группе риска, которые могут иметь серьезные последствия для здоровья. Необходимо усилить работу по соблюдению санитарных норм в части авиасообщений, провести мероприятия по общественному транспорту совместно с представителями городов и местной власти. Эпидситуация сейчас в некоторых государствах стала плачевной. В этой связи было отмечено, что утвержденный алгоритм встречи приезжающих извне граждан должен строго соблюдаться. При этом контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в общественном транспорте должен осуществляться в усиленном порядке. По итогам совещания глава правительства поручил усилить принимаемые меры по улучшению эпидемиологической ситуации в стране. Айзада Урумбаева, Нурдан Кырбеков, «Пирамида».